Шестой цветочный своп провели в Барнаульском парке «Изумрудный». Горожане обменялись зелеными комнатными растениями. Некоторые приобрели для дома и дачи. Основная идея – это, конечно же, объединить людей. То есть мы на сегодняшний день очень редко встречаемся, общаемся, а это дает такое живое общение. У нас в чате среди нас есть не только девочки, но и парни в том числе, мужчины. Они разводят какие-нибудь экзотические растения, вот, и это очень здорово и замечательно. Идею мероприятия поддержали 60 человек. Посетили больше сотни. Помог в проведении Комитет по охране окружающей среды Барнаула. Организаторы пытаются порадовать гостей. В этот раз они пригласили мастеров, которые продемонстрировали гостям свои изделия. Кроме того, горожане могли принести или забрать понравившуюся книгу. Вообще очень здорово. Я сама просто люблю цветочки. Не первый раз посещаю. На самом деле уже, наверное, третий своп посещаю. Пополняю коллекцию, общаюсь, очень интересно, узнаешь очень много новых растений, пополняешь коллекцию. Я думаю, нужно чаще проводить такие мероприятия. Выбрала книжку, давно хотела почитать, именно ее нашла, вот так повезло. Я и цветы купила, и книжку взяла.